Его обвиняют в краже, которую он совершил в одной из фешенебельных гостиниц Казани. История произошла в августе этого года, в дни проведения мирового чемпионата по водным видам спорта. В полицию с заявлением о краже обратилась подданная Великобритании. Женщина рассказала, что в ресторане из ее сумки неизвестный похитил планшетный компьютер и кошелек с деньгами. Благодаря записям с камер видеонаблюдения похитителя удалось установить, и его задержали. Сегодня в зале суда присутствовал переводчик, так как мужчина не разговаривает по-русски. Первым делом перуанец попросил прощения за содеянное. В результате преступных действий Ривера Гарсия Клаудио Армандо, направленных на тайное хищение чужого имущества, потерпевший причинен значительный материальный ущерб на сумму 113 329 рублей 26 копеек.